Кроме фонтана в повестку празднования дня города включено открытие и другого объекта – троллейбусной линии на Ключевую. Этот вопрос обсуждался сегодня на планерке в мэрии. Несмотря на многочисленные трудности, городская администрация заявляет, что этот проект будет запущен и именно в день города. Для этого определены люди, отвечающие за выполнение конкретных работ. Решен вопрос с финансированием, но не решена проблема троллейбусного парка.